Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. Банкроты должны по страховым взносам 2,5 миллиарда. Таковы данные налоговой службы региона на 1 сентября. Общая сумма задолженности превышает 4,5 миллиарда рублей. Это почти половина всей задолженности, которой занимаются налоговые органы. 2,5 миллиарда приходится на компании-банкроты и на недействующие организации. Программа «Экономика». В Кировской области может появиться фонд поддержки промышленности. Регион собирается перенять опыт Пензы в сфере поддержки промпредприятий, пишет портал iKirov.ru. Речь об этом зашла в ходе встречи спикера Заксобрания Кировской области Владимира Быкова и координатора Ассоциации законодательных органов власти субъектов Приволжья, спикера Пензенского Заксобрания Валерия Лидина. Пензенский фонд поддержки предприятий – это 100 миллионов рублей. Эти деньги могут использоваться для внедрения новых технологий. По словам Владимира Быкова, депутат и собираются изучить этот опыт и предложить правительству области создать подобный фонд. Отмечается, что одним из предприятий, которые могли бы получить поддержку, может стать завод 1 мая. Экономика на 101 FM. Налоговая предупреждает о своем переезде. С 23 октября у единого регистрационного центра налоговой службы изменится юридический и почтовый адрес. Теперь он располагается по адресу город Киров, улица Профсоюзная, 69. Кроме этого, прием налогоплательщиков будет происходить также в новом здании налоговой инспекции по городу Кирову на Комсомольской, 1. Его строительство, напомню, обошлось федеральному бюджету почти 800 миллионов рублей. И в завершение о курсах валют. Доллар на сегодня 57 рублей. 51 копейка, евро 67 рублей и 89 копеек. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.